Яичный фестиваль активисты предлагают ежегодно проводить в нашем городе. К такой идее их подтолкнули прошлогодние события на Аллее Славы, когда участников сепаратистского митинга забросали яйцами. Подробнее о фестивале расскажет наш корреспондент. Однажды в маленьком испанском городке Буньоль между двумя друзьями произошла битва помидорами. Это положило начало проведению помидорного фестиваля «Томатино», который проводится в Буньоле ежегодно и принять участие в котором приезжают десятки тысяч туристов. Запорожские активисты считают, что у нашего города есть все шансы основать что-то подобное. И этому послужили события прошлогоднего вербного воскресенья, когда на Аллее Славы запорожцы забросали яйцами участников сепаратистского митинга. Завдяки яйцю, ну не одному, їх тоді було дуже багато, але яйцю як символу, вдалося не пустити війну на цю територію і не допустити кровопролиття. Це непогана ідея для того, щоб її не забути і щоб з цього потім у майбутньому щось зробити, щоб у Запоріжжя була якась легенда, заснована на реальних подіях, з якою потім зробити щось для примирення, для злагоди, для порозуміння і щось таке унікальне для Запоріжжя. Тому що в жодному місті України такого не було. 7 годин яйця не літали в жодному місті. Активисты решили вербное воскресенье, которое в этом году выпадет на 5 апреля, провести в Запорожье масштабный культурно-художественный фестиваль. Придумали название провокационно-юмористическое «Запорожье – город с яйцами». Фестиваль будет включать в себя несколько локаций, объединенных общей яичной темой. Литературная – под названием «Гоголь-Моголь», образовательная – «Яйца куриц учат», локация под открытым небом в направлении «Хендмейд» – «Ни пуха, ни пера» и «Велоквест по Хортице» под названием «Вкрутую». Организаторы надеются, что такое мероприятие еще больше объединит патриотично настроенных запорожцев и, возможно, привлечет к себе туристов. Подробнее о месте расположения каждой из локаций можно узнать в группах фестиваля в социальных сетях. Также организаторы объявили конкурс на создание эмблемы фестиваля «Запорожье – город с яйцами». Заявки принимаются до 3 апреля. Подробности можно узнать по телефонам, указанным на экране.